что в Белгороде сейчас у всех настроение, мягко говоря, не очень. Ну, давайте я вам объясню, почему. Ну, во-первых, украславянская артиллерия кроет склады, топливные базы, а вся Белгородская область — это один большой военный полигон. Так вот, тут нам все чаще и чаще приходится сидеть в подвалах и уже... Не так радостно, честно говоря, что Крым наш. Хочется спросить у москвичей, санкт-петербуржцев, как там цены на маникюрчик в салончиках, почем милирование, не подорожало ли и стрижечка, массажик сколько стоит, как цены в ночных клубах, вы еще не в подвальчиках? Нет, ну подождите, всему свое время, мы тоже не думали, что будем сидеть в подвальчиках, а вот однако ж теперь мы здесь. Так вот, дорогие друзья, в чем проблема истинных белгородчан московского патриархата? А я вам сейчас скажу. Ну, вы понимаете, война. В Украину летят ракеты, и укрославяне там тоже сидят в подвалах. Но в них ракеты летят один раз. Теперь давайте посчитаем, сколько раз летят ракеты в Белгород. В Белгород летят укрославянские ракеты, но они практически не опасны. Не знаю, каким образом, но они попадают всегда в десятку. И практически люди от них не страдают. Но есть еще проблема, потому что в России летают не только укрославянские ракеты, но и российские ракеты. А это ракеты, ну, как бы так сказать, мягко говоря, не первой, не второй, и не третьей, даже свежести этим ракетам 30-40 и даже, сука, 50 лет. И эти ракеты, как все, в общем-то, легкомысленные женщины, они как бы вылетают, а потом могут, ну, просто раз и передумать. Я не хочу. Я туда не полечу. И меняют свою траекторию. Ну и, конечно же, те, кто следит за этими ракетами, и те, кто занимается противоракетной обороной в России, в них сразу вот такие глаза. Она не полетела. И куда же она не полетела, если она запускалась недалеко от Белгорода? Ну, конечно. Куда-нибудь либо в пятиэтажку, либо в скрепную 16-этажку. И что же делать, чтобы этого не произошло? Ракету эту надо сбивать. И срочно заводится вся эта противоракетная оборона, но она же тоже, сука, старая. И понимаете, в чем дело? Иногда бывает такое, что белгородчан бомбит укрославянская ракета, российская ракета московского патриархата и российская ракета московского патриархата противороссийской противоракетной обороны. Понимаете, в чем дело? Вот поэтому мы все время сидим все чаще и чаще в подвальчиках. Новостей не видим, а значит и комментировать нечего. Но я вам сейчас покажу, как я тут обустроился. Смотрите, вот у меня тут есть водичка на случай, если сидеть здесь придется долго. Есть картошечка. Есть закруточки, там есть еще пару комнат, где будет сидеть моя, сука, теща и козел тесть, которые очень радовались, что Крым наш. Вот они будут сидеть там и учить верши Павла Тычины наизусть, читать Степана Андреевича Бандеру, сдавать экзамены, и по итогам этих экзаменов, возможно, подымутся наверх только после того, как нас освободит укрославянская армия, и на референдуме мы проголосуем за возвращение домой, в родную гавань.